Спою я вам частушки про веселые дела. К нам в музей пришла старушка, она с Энгельсом жила. А через речку две дощечки, прутик и ореховы. Саш, гармошка, а я там из Свердловска приехали. Говорят, под Новый год повар резко упадет. Знать бы, где он упадет, там и встретим Новый год. А прибежал дед в туалет, а без денег хода нет. Шарил, денег не нашел, а процесс уже пошел. Завлекала бабка деда и разделась догола. Но отец бы не испугался, думал, смерть за ним пришла. А и сказала бабка деду, приходи к обеду в среду. Ну а дед-то выдал номер, взял во вторник, да и помер. Старик свою старуху, бабке он намел бока, ему отрезал ухо. Он ему сказал, дружок, еще раз поймаю, тебе под самый корешок все поотрываю. А прогулялся по Тверской, повстречал красавицу. Я с обеда холостой, и она понравилась. Поиграли до утра, игры-то не видно. Мне места причинные. А не любите, мужики, вы красивых дамочек. На уме у них одно хиконьки да хахоньки. Я вот тоже полюбил свою подружку Раю, а как зажала у ворот, думал, помираю. А очень старый-старый дед купил бабушке мопед, завела бабка мотор, ищу бабку до сих пор. Пенсию пошел, модно приоделся, сунул руки его в карман, ой, куда-то делся. А это что за канитель? Бабка ходит, она в панели. Как же так, бабусенька? Так пенсия малюсенька. Сказала бабка деду, я в Америку поеду.